Спросите об этом мальчишку, что в городе Нижнекамске живет. Он с этим вопросом ложится, нет, с вопросом он этим встает. А что вот толку, да все равно я в Нижнекамске. Я тоже удивлен, да? Слушай, ну вложите эти 120 миллиардов, разделите чистый город. Тоже не понимаю. Там другая логика. Да, что я делаю не так? Да, Марина, ну, люди от меня все дальше. Вы все делаете правильно. Я к вам приближаюсь, это верный показатель. А девчонки просто ха-ха поймали после веселого газа. Сильнейшего. Не замечал такого прекрасного действия. Конечно, вот то, что происходит сейчас, это ужасно. И рассказывать после этого про сердце проект и переноваться на риск. Прикольно. Прекрасно, что. Ой, смотри, в стене. Граффити. Итак, давайте закончим тему ЖД вокзала. Архитектор Кормаков в 1953 году возле здания вокзала, вот на том самом месте, где мы с вами стояли, поставил памятник Сталину. И не просто поставил, а это же была целая история, показывающая, в общем-то, типичный элемент хозяйствования того времени. Масштаб личности. Вот смотрите. На риск по разнарядке пришли 10 скульптур правителей того времени. Это был Сталин, Ленин, Киров, Калинин и так далее. Всех я не упомню. Все эти скульптуры пришли одинакового размера, с одного завода, разбитые на три части каждая. Не целиком. Понятно, да? А вот накладные, сертификация и маркировка на упаковке деревянной отсутствовала напрочь. Таким образом, наречане получили 30 ящиков, где были вот эти самые прекрасные вожди. Надо понимать, что несмотря на то, что Сталин недавно умер, влияние всего, что происходило в атмосфере, было очень высоко, как бы даже не выше, чем при Сталине. Любая ошибка могла грозить жесточайшими последствиями. Когда архитектор Кормаков увидел, что ему предстоит делать, а ведь это кран, это же не руками разбирать, это надо найти среди 30. И если мы с вами понимаем, что вот эта часть сталинская, то вот это-то чья? А если сапоги Кирова представить Сталину, а потом выяснится, это как? И как бы, какая реакция будет у соответствующих органов, которые и так не поймут, что им делать, и готовы выслуживаться по любой мелочи. А в Норильске, на секундочку, в этот момент восстание в лагере идет, лето 53-го года. И вот он сооружает там, возле нового здания железнодорожного вокзала, тепляк. Знаете, что такое? Это такая каркасная штука, которая обтягивается. Это зимой обычно делается. Обтягивается материалом, внутри тепловые пушки ставятся, и спокойно можно в плохую погоду вести строительство. Так трубы строили, вот, кстати, на медном заводе, и многие другие. И вот архитектор Кормаков, соорудив вот такой вот замечательный тепляк, начинает внутри него вести монтаж Сталина. А для того, чтобы избежать всевозможных эксцессов, приглашает, кроме бригады рабочих, еще и скульптора Вячеслава Жильцова, который автор многих вот этих вот памятников, городских структур и так далее, для того, чтобы он своевременно мог что-то подделать. В это время по городу Норильску ходит следующая архитектурная бригада, включая главного архитектора города Лариса Григорьевна Назарова, которая потом была моим преподавателем, она мне это и рассказывала. И ищет место для того, чтобы поставить второй памятник Ленину.
А между той, это происходит все летом, это полярный день, между двумя этими очагами бегают мальчики посыльные, потому что какие-то ни телефоном, ни телеграммом, они носят записки друг другу, как идут дела. И та бригада, которая ищет место памятнику Ленину, видит, как идут дела вот у архитектора Кормакова, который устанавливает памятник Сталину. И с какими он сталкивается, даже не трудностями, а страхами. Страхами. Как он рискует. И вот эта вся прекрасная когорта архитекторов, которые ищут новый памятник, место для памятника Ленину, к утру приходит к выводу, что в Норильске место для нового памятника Ленина отсутствует. Вот так. Колоссальная, на мой взгляд, история, отражающая вот внутреннее состояние именно 53-го года. Помните фильм «Холодное лето 53-го»? Такая вот атмосфера. Не стоит с другой стороны. А теперь мы возвращаемся к вопросу о архитекторах заключенных, о строителях города и так далее. Ирахим Яковлевич Эпштейн, заключенный Норильлага, начальник управления «Металлургстрой». Как вам такое? Такого у нас было достаточно много, и вот он, в частности, один из них. Умнейший человек, перспективнейший. Он построил первую в нашем городе кирпичную хрущевку для своих работников со встроенной мебелью-трансформерами. С мебелью было очень плохо, очень. Негде было взять ни материалов, ни мебели, ничего. Ну, просто практически на полу жить. И тогда он решил для своих работников не просто построить новый дом, а снабдить его еще вот этой самой мебелью, когда откидывается из кухни пол стены, и получается стол в зал, и можно это все раздавать. Когда кровать можно спрятать, когда есть встроенная кладовка, антресоль там и так далее. Вот это вот он все сделал. А дальше он разработал проект так называемого общественно-политического центра. Мы сейчас с вами туда едем, вот он перед нами практически. Мы с вами сегодня с этого самого центра начали. Проект он разработал. Стадион вот в этом месте, вот в этом, на 15 тысяч зрителей. Конный манеж, а дальше смотрите, дом быта, дом связи, дом печати и еще пару вот таких же вот домов, которые все должны были быть в одном месте. Ему отказали в строительстве этого самого центра. Недоработан, плохо продуман, мало денег. А зачем Норильску такой? А почему в этом месте это тогда была окраина? И вообще, а как строить на озере? А, кстати, вот дом правосудия из той же когорты. Вот это-то все было озеро, озеро Щучка, которое на городских картах обозначалось как Утиное. Вот мы сейчас как раз в центр практически озера и въезжаем. Это же надо его осушать, чтобы строить. Это все завиральные идеи, которые мы поддерживать не собираемся. Ну пойдемте, выйдем, чтобы нам было лучше. Газа-то нету здесь, подышим немножко. А он со всеми продолжает, потому что я еще там тусовалась, и там тоже бойни шли, просто закипя из-за этого. Давайте покучнее, чтобы нам не потеряться. Долго, достаточно долго Ирахим Яковлевич Эпштейн доказывал на всех архитектурных комиссиях, ездил в Москву, рассказывал о том, что Норильск не ограничится улицей Комсомольской. Вот она перед вами идет. Норильск будет расти дальше, он будет расти до Долгого озера. На Долгом озере обязательно должен быть парк, набережная, зоны отдыха и все такое прочее. Уже тогда там были пляжи. Нет, все это идеи не нравились, и поэтому центр города постоянно переносился в проектах. То на площадь Металлургов, то
то на площадь вот Театральная, где сейчас драмтеатр стоит, то еще куда-то. Отказались. Отказаться-то отказались, но жизнь показала, что вот эти вот идеи Ерохима Яковлевича, они, оказывается, были настолько дальновидны, что он просто обогнал свое время. Ведь сегодня все то, что он задумал, люди построили, совершенно не зная о том, что я вам сейчас рассказываю. Ведь эти проекты в архиве Нарис-проекта видели единицы. Я просто поражаюсь, насколько надо быть провидцем, чтобы вот вам Дом правосудия, вот вам Дом торговли, Дом печати, Центральная почта, Дом быта, и все. Только стадион не поместился, а все остальное поместилось. А теперь смотрите. К сожалению, наш автобус не может проходить. Поэтому давайте я уставлю вот так, а вы на меня будете через меня, меня смотреть вот сюда вот, да? Вот эти вот пять дверей, которые расположены. Это несостоявшийся квартал Вечного Лета. Нарянчане всегда хотели создать себе некую всепогодную зону, где независимо от температуры воздуха было бы одинаково. Поэтому в разных местах, в частности и на площади Октябрьской, тогда планировался некий дом-комплекс на 2500 жителей. Вот пациенты уже пытались говорить об этих гигантских проектах, да? 2500 жителей, представляете, закрытый куполом. Дом, в котором внутри находятся все бытовые удобства. Основная идея такая. Мы с вами приходим с работы, домой, раздеваемся, а потом в рубашке пошли за ребенком в детский садик, в школу, в магазин, в библиотеку, в кинотеатр. У нас там хорошо, на этой площади. Там не получилось даже начать, а вот здесь получилось построить, но не закрыть. К сожалению, исполнение проекта пришлось на 1956-58 год. Ярая борьба с архитектурными излишествами. Самая свирепая, какая только есть. Поэтому вот те первые дома 56-го года, это сталинки. Следующие дома, это уже полусталинки, или полухрущевки, или как их назвать, их называют гей-славяне, по-моему, вот такая штука. Это вроде хрущевка, но раздельные ходы и туалет с ванной, да? Что интересно, вот это вот видите, вот эти дома, посчитайте, сколько этажей? 6. А это хрущевка. А хрущевка не имеет права быть 6 этажей. Знаете почему? Потому что лифт нужен. Да, с 6 начинаем. Как вышли из ситуации? Очень просто. Вы просто не знаете, что 5 этажей – это жилой дом, а 6-й – верхний этаж. Это общежитие. Туда ведет отдельный подъезд. На 6-й этаж по лестнице без окон. И там молодые специалисты прекрасно себя чувствуют туда-сюда. Вот так. Но что интересно, во всех этих домах были печи. Хоть и последние, но мы всегда боялись, что у нас ТЭЦ по какой-то причине вылетит. А когда бояться перестали, вот у меня папа в 78-м году, мы жили в одном из этих домов, трагедия. Тогда вся страна, это же зарубежье, помогали восстанавливать 40 километров взорванного газопровода. Это же жуткая вещь совершенно. И тогда бы... А почему взорвался? Потому что температура, немецкие трубы были рассчитаны до минус 45. А температура упала до минус 55 и не разово, а в течение целого месяца 52-55. Это что ж такое? Смогли как-то обогреть основные там роддом, больницы, там детские сады, все дома в одной комнате, потом что гнилые печи, как выясняется, рановато. А в чем-то там, смотрите, каждый из этих дворов перекрывался куполом. Видите арки? Должны были быть ворота шлюзовые.
Это подъезд проходной. Туда же входишь, и были проходные подъезды сквозняком вот здесь. Можно было с пятого двора выйти в первый и наоборот. И на первых этажах практически всех зданий были так называемые службы быта. Все основные. От детской комнаты до ремонта сапог. С выходом на улицу. Когда это все не получилось, там делали квартиры. И у нас на Риске получились английские квартиры. Когда ты выходишь прямо сразу. Хуже прямо на улицу. Они в для Норильска дикая вещь совершенно. Я помню, мы с пацанами ходили и удивлялись, да как же так можно? Оказывается, можно. Вот такие вот несбыточные мечты. Все типы зданий в одном месте. Понагромоздились, потому что пока строили сюда. Все, Сталинки, мы отказываемся. Мы теперь строим что? Да, вот это мы строим. Пока строили, тоже